Добрый день, дорогие друзья! Ровно год назад стартовала всероссийская акция «Мы вместе». И сегодня я приветствую всех участников этого действительно великого дела. Организаторов, участников, партнеров, всех тех, кто оказался неравнодушным, когда нужно было мобилизоваться, когда нужно было помочь тем, кому сложнее, чем тебе. Вы сделали большое дело в прошлом году, вы продолжаете это делать и сегодня. Более 600 добровольцев Омской области выходили к пожилым людям, помогали в красной зоне нашим врачам, медсестрам. Вы те, на ком всегда строилась сила российского общества. И ваша работа не осталась незамеченной. Вы знаете о том, как высоко ценит вашу деятельность и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Я желаю нам всем, чтобы таких же неравнодушных людей с огромным сердцем становилось все больше. Пусть у вас, дорогие друзья, будет много последователей, потому что только в единстве мы сильны и сильна наша великая Россия.